Давайте разберем, какие бывают типы стариковских тройничков. Вот же она, молодая кровь. Есть тренд на то, чтобы лифчики не носить. Вы как, девчонки? Мне... Нет. Да, это супер. Так это у вас маленькие сиськи. Я, ну, yeah. Я не надела, заправила в штаны, пошла куда. Ты заходишь в лифт, и с тобой еще люди заходят. И тебе очень стыдно нажимать второй этаж. Честно скажу, я, когда лифт открывался, выходил вот так вот. У меня вот есть подружка, которая специально не смеется громко, потому что морщины появляются, она вот так смеется. Смеется, инсульт, что с человеком? Не то, что мы... Вот так, ужас! У меня двое детей, и одного старшего, когда мы первый раз отпустили в магазин, я его отпускаю и сам иду следить за ним. Причем очень так обогнал его там по дороге и для прикола записал на телефон, чтобы жене показать. Ну, типа, просто шкет шестилетний вот идет. А я ебанат в 100 метрах от него вот так вот снимаю его. Это все вам.